прям вообще офигительно. 3 часа ночи. Оптимальное время, чтобы выезжать из Москвы, просто идеальное. Вася, пробки! Пробки будут! Поэтому, Вася, для нашего будущего ролика. Отъехали от Москвы буквально 20 километров и встретили человека на велосипеде с надписью на рюкзаке «Еду Москва-Рязань». Всем привет! Путешествую тоже по дороге на велосипеде. Еду в Рязань помогать родителям перепахивать огород 20 соток под посадку картошки. Отличный завтрак. Приехали специально к огурцу, на огурцу-кормильцу. Сейчас здесь стоит памятник огурцу, а когда-то стоял памятник Пушкину. Полиция, вот, смотри. Он что, вообще по каналу, в смысле? Давайте посмотрим, что случилось. Ой, ё-моё, мама дорогая. Офигеть. Газель. Мы сейчас присутствуем в Рязанской области, рядом с городом Шацк. И на заправке произошла совершенно такая чудовищная ситуация. Нам заправили вместо бензина дизель. Сам заправщик предъявил нам требование, что это мы сами. Специально так сделали. Не знаю, что, какую выгоду мы должны были из этого получить. Но сотрудники, как старшие магазины, в принципе, взяли инициативу в свои руки, сказали, что действительно вина за ними. На данный момент мы ожидаем эвакуатор, который должен нашу машину забрать, вытащить или что сделать? Снять бак, вытащить оттуда все, что там есть, промыть его и залить нам уже настоящий бензин. Сказали, что это минимум будет 2 часа. Ну вот, этот автомобиль, второй. На второй заправке. Ну а мы едем дальше. Мы добрались до Умёта. Это такой небольшой городок в Республике Мордовия. Знаменит тем, что большая часть населения этого Умёта, согласно интернету, живет и работает, вернее, работает в придорожных забегаловках. Обратите внимание, сколько их. Мордовинс. Значит, мы идем сейчас неожиданно вместо Мордональдса уже Мордовинс. Вася, скажи, вообще, ты что ожидаешь там увидеть? Я ожидаю увидеть блинчики, наверное, со сгущенкой. Что? 3 года не прошло. Прошло около 2 года и 10 месяцев. Так, давай. Макдоналдс, смотри, мы приехали в кафе и наконец-то менюшка, мы нашли то, куда мы ехали, это Мордоналдс. Просто ребрендинг касается, он не всегда сразу идет, он постепенно, да? Мы едем сейчас в Тольятти, дальше в Оренбург. И мы заехали в такое замечательное место, которое называется сейчас Мордовинс. И сегодня разговариваем с его владельцем. Мы, надо сказать, проехали достаточно много кафешек вообще по всей территории России. Мордовинс, пожалуй, что одно из лучших мест, что нам встречалось. Скажите, как вообще пришло в голову такое название? Когда оно родилось и что, собственно, означает? Всем добрый день, всех с наступающими праздниками. Вы знаете, наверное, уже знают все по России, что у нас практически 20 лет заведение называлось Мордональдс. Но, знаете, в этом году Макдональдс писал нам претензию с требованием изменить название. Поэтому пришлось изменить. Теперь мы Мордовинс. Качество еды проверено нами лично, поэтому будете проезжать мимо, заезжайте и убедитесь сами.